Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята. В непростых обстоятельствах каждому из вас требовалось проявить мужество и смекалку, действовать уверенно и безошибочно, преодолеть сомнения и страх. Эти слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева, адресованные юным помощникам полиции, относятся в том числе и к бийскому школьнику Максиму Дробышеву, который в ноябре прошлого года помог раскрыть преступление, за что и получил памятный подарок. Она выезжала вот так вот и не уступила трамваю. Трамвай протаранил ее, и она поехала дальше. Пятиклассник Максим стал одним из свидетелей аварии. «Лада Гранта» въехала в трамвай на улице Мухачева в Бийске. В итоге общественному транспорту пришлось остановиться и высадить пассажиров. Движение на рельсах на время было остановлено. Виновник на «Ладе» просто скрылся. Максим дождался, когда приедут представители автоинспекции, и рассказал им всю ситуацию. После подсказал, где искать нарушителя и его машину. Благодаря этой информации мужчину оперативно задержали. Данил Кузнецов. День с толком.